Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. При определении индивидуальных черт характера представители этого имени связывают с практичностью, трудолюбием и самодисциплиной. Избыток или недостаточность троек в нумерограмме указывает на упорство на грани упрямства или лень и инфантильность соответственно. Порядок, методичность, хозяйственность, уважение к деньгам и материальным благам, практическая смекалка, честность, чувство ответственности, трудолюбие, серьезность – эти качества соответствуют владельцу имени. Выносливость, происходящая от силы духа, проницательность, часто жизненное кредо, все или ничего, свойственно для этого имени. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Некоторая отрешенность и неуверенность, заключенная в букве «И», мешает быстро принимать решения и замедляет реакцию. Это сильные личности, способные привлекать внимание людей за счет своего обаяния, готовы идти к поставленным целям с любыми путями. «И» значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Также считается, что букве «А» в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Буква «К» в имени указывает на большую твердость, бронебойность. Именно в спорах эти люди наживают себе максимальное количество злейших врагов, хотя в повседневной жизни они спокойны и не агрессивны. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Если у человека этого имени сложится более-менее устойчивое представление о каких-то вещах, то в дальнейшем углубление своих знаний, фанатической преданности и скрупулезной точности исследований этим людям почти не бывает равны. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.